Приветствую вас и отвечаем на вопрос о том, как понравиться парню. В первую очередь начнем мы, наверное, с вас лично. И скажем так. Прежде всего, необходимо для вас определить, чем вы можете этого парня привлечь. Какие у вас сильные стороны, какие у вас достоинства, что вы можете мужчине дать и что вы хотите мужчине дать. Если вы хотите дать мужчине больше, чем можете, такое бывает, то нужно двигаться в том направлении, чтобы прогрессировать, да, чтобы, скажем так, развиваться, расти личностно, духовно, интеллектуально, развиваться физически. И тогда, когда вы достигнете своих желаний, то есть того, что вы хотите дать мужчине, вам будет легче понравиться парню. Дальше. Чтобы понравиться ему, нужно отдавать себе отчет в том, что это за человек, какие у него симпатии, какие у него интересы, какие у него склонности. И на начальных, особенно на начальных этапах, стараться разговаривать о том, что ему интересно, что его волнует и так далее. Также необходимо проработать свое поведение, поведение как женщины. И сказать, что мужчине нравится женщина догадочная, женщина не то чтобы даже с общественной точки зрения красивая, но женщина, которая умеет правильно себя подать. То есть подчеркнуть свои достоинства и выставить их в наиболее выгодном свете. Мужчине нравится, когда женщина загадка, но также и когда она нуждается в его защите. То есть женщина, которая является слабой и которая свою слабость воспринимает как силу, давая мужчине почувствовать себя рядом с ней защитником, является той самой, которая понравится мужчине. Далее. Значит, следует вам обязательно проработать свой внешний вид, чтобы вы нравились себе. Проработать свой имидж, чтобы то, как вы выглядите, в первую очередь, нравилось бы вам. Если будет нравиться вам, будет нравиться и окружающим. Дальше. Следующее, о чем нужно сказать, это о движении. Движения лучше всего, чтобы ваши были плавными, неторопливыми, уверенными и естественными. Тогда мужчине это будет также нравиться, это не только красиво, но и сексуально, а мужчине это очень важно. Ну и нужно помнить, что мужчина, особенно на начальных этапах, обращает внимание на внешнюю сторону, любит глазами. А в долгосрочной перспективе, в большей степени, уже любит внутренний мир женщины, ее чувственность, ее сущность. И если вы не будете развиваться интеллектуально, если не будете повышать свой кругозор, если не будете постоянно прогрессировать, то возможны проблемы в отношениях. Далее. Мужчине не нужно давать понять, что вы принадлежите ему целиком и полностью. Если мужчина это
понял, если мужчина это почувствовал, то значит, скорее всего, интерес к вам пропадет достаточно быстро. Если же мужчина этого не будет понимать, не будет чувствовать, что вы его, то у него будет постоянный стимул вновь и вновь вас завоевывать. Далее, следует давать мужчине возможность проявлять себя, проявлять инициативу, принимать решения, нести ответственность, что вам, как женщине, особенно в начальных этапах отношений, особенно в начале вашего взаимодействия, делать ну, совершенно не обязательно. Если будете так себя вести, то мужчина будет чувствовать, что именно он главный, он лидер, он за все отвечает, и это будет льстить ему самолюбию, его самолюбию, давая возможность ощущать себя, собственно, мужчиной с вами. А это для человека является одним из самых важных факторов. В заключение хочется сказать, что ваши сильные стороны, ваша женская природа уже сама в себе заложила необходимые предпосылки для того, чтобы нравиться мужчинам. Вам осталось эти предпосылки увидеть, отыскать и правильно раскрыть. И тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.